Морти, перестань ходить туда-сюда и дай мне отвертку. Ладно, Рик. Держи. Что ты делаешь, Рик? Мастерю одно устройство, называется Мортипед. Мортипед — это штука, из которой звучит эта музычка? Да, Морти. Но ты, как всегда, не уловил самого главного. В Мортипеде собрана информация обо всех Морти, которых мы встречали. Кругом полно других измерений, и в каждом есть свои Морти. Но я стал получать странные данные, похоже на то, что Морти отделяется от своих Риков. Это ужасно, Рик. Ага, дело в том, что каждому Рику иногда нужно отдохнуть от своего Морти. Но случаев таких отделений что-то слишком много. Рик, смотри, это же портал. Еще один Рик. Морти, он хочет забрать Мортипед. Мортипед? Чего? Нет, я хочу забрать этого Морти. Фу, все в порядке, Морти. Ему не нужен Мортипед, ему нужен всего лишь ты. Я? Зачем я ему нужен? Морти делает то, что он говорит. Я не хочу, чтобы из-за нас произошла Рика-катастрофа. Такой невинный, такой прекрасный хочу. Рик, останови его. Да, конечно, кожа, может, это и есть легендарный Морти. Ладно, ладно, и тут входит Рик, чтобы спасти ситуацию. Эй, приятель, это мой Морти, поэтому ползи обратно в свое измерение. Твой Морти? То есть, ты его уже поймал? Я опоздал. Остается один вариант, мы должны свести в поединке наших Морти. Рик, мне что-то не нравится эта идея. Погоди, Морти. Так мы можем проверить Мортипед, собрать кое-какие данные. Я не думаю, что стоит это делать, Рик, это небезопасно. Все нормально, Морти. У меня есть друг, который все нам разъяснит. Ты не пострадаешь. Начнем бой. Таинственный Рик бросает тебе вызов. Таинственный Рик отправил в бой Морти с бродячим котом. Вперед, Морти! Эй, Рик, я здесь, чтобы помочь тебе во время боя. Тренеры будут атаковать по очереди. Начни с атаки, которая снит ОЗ вражеского Морти. Ага. Всплеск? Твой Морти использует всплеск. Так, вражеский Морти... Ага, клубок шерсти. Когда ОЗ Морти исчерпается, он будет истощен, не сможет продолжать бой. Продолжай атаковать вражеского Морти до его истощения. Понял. Всплеск. Получил по щам. Так, пышный хвост. Что он делает? Непонятно. Давай атакуем. Да, мы его, ребята, победили. Игра, кстати, называется Рик и Морти. Так, мы победили с собой тренера и получаем 45 шкемлей. Что вам проигрыш? Я проиграл? Не может быть. Я должен вернуться в свое измерение и потренировать своих Морти. Ого. Как это тебе, Морти? Какой кайф. Рик, я чувствую только боль. Много боли. Он нас почти одолел, Морти. Застал врасплох и почти одолел. Морти, тебе нужно тренироваться. Вот для таких ситуаций я и создал Мортипед. Надо тренировать тебя и собирать данные, чтобы ты стал сильнее. Рик, вряд ли я еще когда-нибудь буду драться. Надо, Морти. Как же еще мне продолжать исследование, если ты откажешься? Этот чувак может вернуться с целой армией, Морти. Если мы не соберем данные для Мортипеда, мы не сможем их победить. Ты должен мне помочь, ты должен биться во имя науки. Только ты можешь нас спасти, Морти. А иначе никак нельзя, Рик. Мне кажется, должен быть другой способ. Нет, Морти. Мне это тоже не по душе, но это единственный способ. Во-первых, мы должны выяснить, что этот Рик задумал. Быстрее идем за ним через портал. Так, ребят, чем-то мне напоминает покемонов игра. Морти, это должно быть измерение, где обитает таинственный Рик. Надо поискать его. Так, ребят, ну мне надо, видимо, кнопочки разместить для начала. Так, ну что, давай посмотрим. Вроде бы все у меня работает. Так, это что еще за... Рик, смотри, тут на земле что-то лежит. Ты прав, Морти, давай возьмем это. Давай.
Как, кнопочка А. Получен чип контроля Морти. Чип контроля Морти? Смотри, еще один Морти. Рик, это какая-то замызганная версия меня. Да, Морти, наверное, он отделился от своего Рика. Он заблудился и немного одичал. Ох, Рик, это ужасно. Ему надо помочь. Если мне удастся взломать и прицепить к нему тот чип, который мы нашли, он подумает, что он наш. И это будет непросто. Дикие Морти пугливы. Мы можем погонять его, чтобы ослабить, а потом поймать, когда он будет переводить дух. Так и сделаем. Погонять его. Так, ну, куда? Все, мы его поймали, наверное, да? Скорее всего. Так, мы нерях Морти поймали. Нерях. В бою с диким Морти можно выбрать момент и применить чип контроля Морти. Чем слабее Морти, тем выше шанс срабатывания чипа. Атакуй дикого Морти, чтобы ослабить его Рик. Ну что же, у нас только пока доступен всплеск. Получил по шеям. Так, а он хлопок. Типа пощечину мне дал. Теперь, когда дикий Морти ослаблен, попробуй его захватить. Выбери чип контроля Морти в меню предметов. А он разве ослаблен? Так, захватывать диких Морти с низким здоровьем. Применить. Теперь, так, ну, подожди. А, наверное, надо взять, применить. Вот так вот. Куда там? Все, ребят, он, наверное, наш. Чип контроля Морти. Все, мы его, ребят, поймали. Получилось, тебе удалось захватить дикого Морти и неряха Морти. Так, друзья мои, он 5-го уровня. Оу. Получилось, Рик. Получилось, Морти. Он думает, что я его Рик. Так, Мортипед пишет, что его жизненно важные показатели в норме. Немного убеждений, и он сможет помогать нам в битвах. Рик, мы же собрались ему помочь, а не заставлять сражаться. Все верно, Морти, так и есть. Но, как говорится, когда рук много, работа спорится, а с его помощью тебе будет легче в боях. И, само собой, ты будешь лидером нашего боевого отряда. Ух ты, и правда? Когда ты так разложил, я понял, что помощь нам не помешает. Вот и молодец, Морти, а сейчас вернемся к поиску. Нам нужен таинственный Рик. Таинственный Рик. Так, ну, ребят, я так понимаю, здесь нам уже, ну, делать нечего, грубо говоря. Так что пойдем, наверное, вот сюда. Опа, 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 это кто такие? Что? Эй, ты тоже собираешь Морти? У меня только что появился один. Мэйси Калеракс. Все помешалось на охоте за Морти. Тебе встретится много тренеров, которые ищут соперников для своих Морти. Это хороший способ тренировать их. Сразимся сейчас. Ага, то есть мне даже выбора не дали. Бросает мне вызов, друзья мои. Че за усатый Морти? Вперед, Морти. Усатый Морти относится к типу ножницы. Тебе повезло, что недавно захваченный неряха Морти относится к типу камень. Воспользуйся этим и выведи его на замену. Тут, то есть, камень-ножницы-бумага, что ли, получается? Да, ребята, он относится к типу камня. Замена. Так, неряха Морти. Так, а что у него за удар есть? Хорош. А он ножницы. Так, атака. Атака неряха Морти наносит урон типа камень. Она потрясает врага типа ножницы. Но это я уже понял. Хлопок делаем. Воу, 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 нифига мы ему там дали, ребята, потрясающе, прям нас похвалили. Он ухмылку. Так, атака Морти падает. А ну-ка давай еще хлопочек ему зарядим. Чуть-чуть осталось и все, ребята, мы с вами победим. А он опять ухмылку делает. Ну ты посмотри на него, а. Понижает мне атаку, типа. Ну все, добивка. И крышка. Усатый Морти истощен. Так, мы получим свои 23 очка опыта. Ага, вот у нас фиолетовая полоска. Это у нас опыт 60. Так, и сыворотка. Шмеклей и сыворотка. Окей, а зачем нам сыворотка? А ты молодец, хорошо иметь для боя нескольких Морти и использовать Морти нужного типа. От этого может зависеть исход боя. Двигайся дальше, пока не найдешь Рика из этого измерения. Победи его и получи значок. Хочешь стать лучшим? Собирай значки, чтобы все узнали о твоих успехах.
Так, друзья мои, что-то... Ну, он, короче, все. Это был тренер Морти этого. Мы его дубанули и с тобой идем. Так, Морти, я настроил Мортипед на запись данных обо всех Морти, которых нам встречаются. Здесь также можно применить предметы и проверять состав отряда Морти. Это здорово, Рик, но мне что-то нехорошо. Эти бои и так выматывают. Похоже, что сыворотка, которую мы раздобыли в последнем бою, оказывает на Морти исцеляющий эффект. Попробуем ее действие на тебе прямо сейчас. Используй Мортипед для доступа к своим предметам. Так, вот мои предметы, ребята. Вот она, сыворотка, восполняет 20 ОЗ. Применить. На нашего Морти, да? Так. Сыворотка применяется к Морти, и у нас фулл ХП. Все, хорош. Надеюсь, он довольным остался. Да, ребята, он довольный. Так, а это что за лаборатория? О, вон он, кстати, этот Морти стоит и ждет нас, ты прикинь. И нам некуда идти, только как сюда. Ну что же, снова ты. И я вылечил своих Морти и повысил их уровень. На этот раз ты проиграешь. Так, он мне бросает вызов. Так, с бродячим котом. Он ножницы. Ну, конечно. Конечно же, ребята, мы делаем с вами замену. Замену берем неряху, которая у нас ножницы. Ой, то есть камень. А этого мы сейчас с тобой нахлобучим, поверишь мне. Так, клубок шерсти. Атака. Нажми и удерживай кнопку атака для отображения ее параметров. Точно 95% силы, 45% отлично. Меня устраивает вполне. То есть мы его сейчас сразу нахлобучим, что ли? Подожди, у него 20 ОЗ. У нас атака 45. Что он там делает? Атаку повысил себе, ты понял? Предметов у нас с тобой никаких нету, поэтому делаем обычный хлопок. Так, я думаю, что мы выживем, надеюсь. Здесь урона не нанесет он нам. Так. Эй, дуралей. Повышать себе атаку. Зачем ты повышать себе атаку, если тебе сейчас трындец? На тебе. Все? Досмеялся? С бродячим котом. Так, 48 очков опыта мы с тобой получаем, ребята. Скоро наш Морти получит уровень. Так, шмекели. Сыворотка. Сыворотка. Плутонический камень. И значок. Интересно, значок нам для чего? Неужели снова? Я, как порядочный Рик из этого измерения, обязан отдать тебе этот значок. Все, не забивай себе голову. Сейчас я открою портал, чтобы ты попал домой. Мне будет приятно это сделать. Возвращайся домой через портал. Окей. А что мы с тобой за значок получили? И что он вообще нам даст? Может быть, потом объяснят? Так, друзья мои. Где мы, Рик? Это не гараж. О нет, Морти, я знаю это место, это цитадель Риков. Мы в зале заседания совета Морти, таинственный Рик нас подставил. Эти люди в игрушки не играют, уходим отсюда, пока нас не заметили. Остановить его! Ух, ё, сколько тут Морти. Так, 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 Рик, мы снова встретились. Заберите у него портальную пушку. Забрали. Эй, это нечестно! Рик, нам донесли, что ты участвовал в боях Морти, владея незарегистрированной портальной пушкой. Что я делаю со своим Морти и своей портальной пушкой, это не ваше дело. А вот тут ты не прав, Рик. С недавних пор бои Морти стали повальным увлечением. Они должны быть регламентированы уважаемым советом. И мы решили, что только самым авторитетным тренерам Морти можно доверить портальную пушку. Выходит, я для вас второсортный Рик, и я знаю, как тренировать своего Морти. Рик, мы должны убедиться, что ты способен играть по правилам. Тебе придется заработать несколько значков в боях с другими Риками. За каждого повернутого Рика ты получишь значок. Когда ты берешь нужное количество, сможешь сразиться с нами и доказать, что ты достоин доверия иметь портальную пушку. Я не хочу заедаться с этими парнями, Рик. Вид у них серьезный. Похоже, нам придется с ними биться, Морти. Они непоколебимы. Если дело касается правил, а нам нужна моя портальная пушка, чтобы вернуться домой. Рик, когда выйдешь из этого зала, отправляйся в нижний участок цитадели. Там есть портал для перехода в измерение, в котором разрешены бои Морти.
Не так уж и плохо, Морти. Там у нас будет возможность потренировать тебя и посмотреть, на что ты способен. С Мортипедом мы будем непобедимы. А теперь иди, Рик, возвращайся, когда добудешь достаточно значков. Морти, если тебе вдруг захочется испортить воздух, самое время это сделать. Испортить воздух. Типа, обделался, чувак. Да, мне, кстати, ребята давно рекомендовали эту игру поиграть, я только сейчас до нее созрел. Так, Морти, перед входом в следующий портал тебе надо подлечиться. Отправляемся в центр исследования. Так, исцели своих, Морти, в центре исцеления, затем иди к порталу в центре цитадели. Морти, нам надо двигаться дальше, постарайся поспевать. Зажми кнопку А во время движения, чтобы побежать. Ага, так, поспешить нам надо, вот она у нас, центр. Хочешь, чтобы я излечил твоих Морти? Конечно, хочу. Готово, Озеи, а у твоих Морти восполнены до максимального уровня. Отлично, а теперь в портал, зададим там жару. Зададим там жару, давай. Так, сюда, да, в этот портал, тут разрешено, столько Морти этих всяких. Тут разрешены, ребята, бои. Бои Морти. Так что нам придется здесь драться. Победи Рика этого измерения и получи еще один значок, необходимый для боя с членом совета. Создание какое-то тут у нас. А это что такое? Тебе удалось найти это. Тюбик турбулентного сока. Тюбик турбулентного сока? Допустим. Ой. Флипперди флупс. Флипперди. Флупс, иди, флуп, Эрик. Иди, дух, злван, вон туб, гиблабру. Понятно, короче. Флипперди бросает мне вызов. Оператор Морти. Так, он, ребята, бумага. Он бумага, естественно, камень мы с тобой брать не будем. Будем биться сами. На тебе. Ой-ой-ой, что-то мне... А у нас есть кто-нибудь еще? У нас... Нет, ребят, у нас столько неряха, Морти. Блин. Атакуем. Надеюсь, что мы все-таки его быстрее уничтожим. Всплеск. Так, у него 9 хп осталось. А у нас 10. То есть мы в любом случае его опережаем по атаке. На тебе. Чего ты там ноешь? И, ребята, последняя атака. Как раз на 9... Сколько там? 8, да? В общем, неважно, мы его победили. Морти истощен. 35 очков опыта. Так, шмекели. Ага, чип контроля. То есть мы с тобой можем теперь захватывать. Впечатляющая победа. Если посмотришь короткий рекламный ролик, я накину тебе еще шмекели сверху. Нет, спасибо большое. И я буду здесь, пока смогу сохранять твой прогресс. Что? Вот кумп флиппер де флупер спуди дуга лигу. Жаждешь успеха? Это потрясающая сделка, как тебе яблоки. Так, и это все за 319 рублей. Нет, спасибо большое, возможно, позже. Так, а как мне забрать его, ребята? Никак. Потому что у меня не было чипа. А вот это что за чувак со звездочкой? Ну-ка, иди сюда. Куда ты? Иди сюда, дайте... Ты посмотри, а, истощили мы его. Добегался? Кто ты такой? Дикарь Морти. Воу-воу-воу-воу-воу, я не подлечился, ребята, предмет, срочно давай эту сыворотку правды, блин, вкалывай себе, так, вот этому Морти, применить предмет. Надеюсь, фулл хп? Да, ребят, фулл хп. Так, а это эпический, это эпик. Ёк-макарёк. Он, ребята, камень, он камень. Ладно, я сделаю, наверное, одну атаку всплеском, посмотрим, сколько мы отнимаем у него здоровья. Чего? Так, подожди, нет, тут, друзья мои, надо брать неряху Морти. Просто надо брать. Иначе нас этот завалит. Так, а вот здесь мы уже посмотрим. Блин, силен, гаденыш. Силен. Так, он усиляет себе атаку, ребята. А, защиту, защиту. А че он так...
Ну, ты знаешь, по-моему, нам отсюда лучше сбежать с этого поединка. Знаешь почему? Потому что он делает по 2-3 хода за раз. Ты понимаешь? Мне с ним не совладать. А я вообще могу отсюда куда-нибудь уйти? Или мне в обязаловку нужно именно его подбить? Так, если я, например, к этому еще раз подойду. Угу. Ничегошеньки, да? Не... Блин, а как же... Так, секунду, ребят, здесь есть у нас какая-то лазеечка. Мне бы, конечно, не помешало бы... Упс. Иди, ударик, ты нури альтруаль, гагуфи фельхшутка. Бросает мне вызов, Гобра. Экзотический. Так, ребята, он бумага. Предмет. Сыворотка. Применяем, ребята. Нам нужно применить сыворотку на нашего главного Морти. Не забываем про чип. Нам этот чувак, я думаю, пригодится. Бумажный. Против каменного. Будем его валить. Так, плач. Так, защиту он нам понизил, слышь? А мы сделаем атаку. На-ка. Подожди, что я не понял. Вот. Следующая атака. Всплеск. Пока терпим, ребята. Да ну нафиг. Так, может быть, попробовать. Я зря это делаю. Назад, 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 назад. Предмет, сыворотка есть еще у меня одна. Добавляет 50 АО ко всем атакам. 50. Может быть, чип контроля? Ха. Это используется только против диких Морти. Замену. Делаем с тобой замену. Неряха Морти, ребят, ну вы понимаете, что он сейчас будет повышать повышенный урон получать, потому что это бумага. Сейчас мы глянем. Да. Да-да-да, повышенный урон, ребята, получает. Да чтоб тебе, блин, ну. Тьфу. Нет, сбегаем, ребята, отсюда. Да, я хочу убежать. Знаешь, что меня здесь немножко раздражает? Да я же сказал сбежать, блин. Истощен. Ох, черт, вы, ребятки, выглядите потрепанными. Если дела пойдут совсем плохо, мне придется использовать курьерский мешок и вернуться в целительный центр. Что, а? Ты об этих штуках, да, Рик? Хм, вот так совпадение. Если бы я знал чуть меньше, то подумал бы... Морти, что кто-то пытается преподать нам урок. Но кто бы мог сделать что-то настолько высокомерное, Рик? В этом-то и вопрос, Морти. Что это такое? Тут магазин, предмет, ребят, ну... Так, тюбик. Обычный предмет для очищения и усиления. Переносит тебя в цитадель. Захватывает... Слушай, наверное, нам, ребята, придется вернуться в цитадель. Я этого не хотел, но нам надо. Потому что, во-первых, у меня нету вообще ничегошеньки. То есть я не смогу захиляться. А здесь мы посмотрим. Во-первых, я здесь хорошо не проверил, что тут есть. Может быть, где-то магазин. Похоже, кому-то из твоих Морти не помешает лечиться. Советую посещать центр исцеления перед переходом в новое измерение. Да-да-да, это мы же с тобой в новое измерение. Вот тут, смотри-ка, какая-то штука есть. Что за игровой автомат? Давай посмотрим. Может быть, можно что-то получить? Ага. А у нас билеты есть? У нас нет билетов. У нас нет билетов, ребята, поэтому нам... Нам не светит поиграть в этот замечательный игровой автомат. К сожалению. Так, ладно. Если мы сейчас с тобой даже залечимся, где мне взять сыворотку? Мне нужно купить сыворотку. Так, игры Морти. Так, это портал. Портал. Так, а в этих бочках нельзя пока пошиться? Нет, нельзя. Игры Морти. Какие игры Морти? Так, вот, магазин Рика. Давай зайдем. Добро пожаловать в магазин Рика. Что хочешь приобрести? Так, давай посмотрим. Сыворотка 250 шмекелей. Ты, блин, серьезно сейчас? 250 шмекелей? Да какого лешего? У меня нет столько. Что такое настроить? Рик. Бесплатно. Скряга. Ну, написано бесплатно, поэтому я куплю.
Все. Да, оказывается, так дорого это все стоит. А с этим могу подраться? Снов и снов. Пр-пр, му-му. А вот это вот, это дикий Морти или нет, ребята? Или кто это вообще? Морти в плюшевом костюме. Настало время, Морти. Все дружно делаем Морти. Какой-то больной. Так, а это что у нас? Подожди, вот это что за штука-дрюка? Давай посмотрим. Так, загрузка. Опять купоны. Да нет у меня купонов, я даже не знаю, где их взять. Так, предположим, мы с тобой здесь залечим раны. Предположим. Да, я хочу исцелить, слава богу, это бесплатно. Это хоть одно радует. Так, а вон там помойка, может, что есть? Нету, а ты кто такой? И я всегда к твоим услугам, Рик. Мистер Птах. Зови меня в трудную минуту, если понадобится помощь. Так, питомник Морти. Это еще что? Добро пожаловать в питомник Морти. Хранение, лагерь, синтез. Что за лагерь? Уровень 10+, уровень 25+, 50. Изменить Морти. Хранение, синтез. Это что за фокус, ребята? Не знаю, пока, ребята. Бесполезно, по-моему, здесь. Блин, мне нужны Морти. Мне нужны либо Морти. Кто это такой? Что ты тут стоишь? Какого черта все эти пришельцы тоже собирают Морти? Это неправильно, а у них что? Своих миньонов нет? Ну, видимо, нет у них своих миньонов, поэтому. Так, а это кто? Жующий Рик. Чпок. И готово. Так, лаборатория Морти. Я имею дело только с опытными тренерами. Возвращайся, когда победишь хотя бы одного члена совета. Блин. То есть у меня просто нету выбора. Мне нужно идти туда и драться. Да? Вот этими двумя охламонами я должен идти туда и драться. Потому что билетов у меня нету. Сыворотки, кстати, у меня тоже нету. Все, ребят, приплыли, получается, мы. Так, это отсюда мы появляемся. Так, ну, мы можем с тобой там хорошенько полазить. Может быть, кого-нибудь увидим. А кого мы там увидим с тобой, а? Блин, начало игры уже такая жесть. Это где я оказался? Да чтоб тебе, ты какого лешего-то? Ву, Вимпл, ву, Вимпл, Вику. Кто? Вимпикс бросает мне вызов. Морти Экс Альфа. Ребята, он ножницы, поэтому мы с вами делаем замену на камень. Замена. Морти выходит из боя. Так. Неряха Морти. Нейтрализацию он делает. В плане, нужен атаку мне слабую делать. Почему такая фигня? Ну-ка, хлопок. О, видишь как? На десяточку, ребята, вжухли мы его. Так, он опять свою нейтрализацию делает. Так, ну что, мы его, наверное, добиваем. Хлопок. Все, иди отсюда, Плакса. Сдулся. Так, я 23 очка получаю. Уровень, друзья мои, я получил 6-й левел. ОЗ плюс 3. Так, атака плюс 1. Так, осваивает починку. 60 шмекелей и, наконец-то, сыворотка. Слушай, ребята, я какую-то починку освоил. Вау! Все, получил по шеям, сразу заугукал. Так, а это, по-моему, ребята... Да чтоб тебе, вы... Бленкак, Пробелкан Декра, Ребенфрог, Морти, Фун, Карман и Глак. Блэрк бросает мне вызов. Это кто у нас? Это, ребята, Стиляга Морти. Стиляга Морти. Ну, давай попробуем просто атаковать всплеском. О, неплохо, я тебе скажу. А он делает отрыжку. Его точность растет. Ну-ка, давай, пока он там свою точность будет восполнять, мы ему еще нахлобучим. Так, у него остается 7 хп. Хлопок. Да, сынок, мы тебя сейчас распетрушим здесь по полной программе. На!
Слушай, а я ведь не могу на него, да, чип? Чип только на диких. Давай проверим. Нет, дик только на диких. Ладно, ребята, я его и так уж ставил. Ну, есть. Все, иди отсюда. Стиляга Морти истощен. 40 очков опыта, немало, ребята. Уровень 6. Угу. По единичке получили мы с тобой. Так, и осваиваем новую атаку Плач. Шмекели. Так, чип контроля Морти. Ну, я так понимаю, опять же бомжа. Ах ты, паразит, в следующий раз я тебя уложу, вот увидишь. Сразу заговорил по-нормальному, а до этого куль-куль-куль, что-то бубнил, непонятно что. А как мне туда пройти? Хочу вот эту штуку подобрать. Секунду, что это вы там от меня прячете, а? Что это за штука такая? Так ничего себе, шмекели. Микросхема и плутонический камень. Хм. Так, я так понимаю, с этим можно будет подраться потом, чуть попозже. Чуть по... Так, если сюда сунусь, это, наверное, на меня побежит. Давай мы, наверное, захиляемся все-таки с тобой. Ой. Твои Морти, выиграть Морти, панель Морти, задание, значки и трофеи, магазин Морти. Предметы. Во-первых, я хочу, ребята, сыворотку применить на неряху Морти. Пускай восстанавливает себе здоровье. Все. Так, если я сейчас немножко... Это что такое у нас? Перейти к режиму сетевой игры. Не надо. Не надо пока никак. Ну-ка. Да, все-таки полез на меня. Ага, Рик, какой чудесный день, чтобы нюхать цветочки, любоваться пейзажами, купаться в пруду. Но мне гораздо интереснее сделать тебя лузером, так что давай начнем. Ну давай. Так, Фларго. У него вороватый Морти. Слушай, у этого вороватого Морти, ребята, очень плач. Давай проверим. Гвоздь. Это на меня использовали гвоздь, а мы плач. Защиту снижаем. И все. Атака. Всплеск. Пипец. Замена. Давай, Морти. Что такое починка? Усиление атаки, понял. Усиление атаки, да, это делает? Да иди ты в пень, блин. Не, ребят, надо сматываться. Мы еще и отравлены. Нет, сваливаем отсюда, сваливаем. Дайте мне побег. Бегство, конечно, бегство, ребята. Потому что это экзотично. Я же сказал, блин, бегство. Да, я в отключке. Я вижу. Вижу, что я в отключке. Так, я подлечу твоих Морти, если посмотришь короткий рекламный ролик. Ну давай. Спасибо за просмотр. Я мистер Мисикс. Так, ребят, ну вы понимаете, что поначалу всегда нам сложно, непонятно. Я не хочу с тобой драться. Зачем я сюда сунулся? Зачем я сюда сунулся? Нет, я делаю побег. Я делаю бегство. Убегаем. Сматываемся. Почему мы... Или нам нужно именно наш ход дождаться, да? Ты убегаешь от тренера Фларго. Да, я убегаю от него, потому что я не хочу с ним драться. Но, ребята, эпический против обычных. А, мне здесь не пройти. Мне здесь, друзья мои, не пройти. Это специально все так сделали. Так, но здесь мы... Вот это вот. Вот это. Что он бегает, ребят? Зачем он бегает? Что он бегает от меня? Истощен. Ловим. Кто ты такой? Опять экзотический. Что у нас есть по предметам? Добавляет 50... Давай попробуем вот эту штуку, ребята. На нашего Морти. А я не могу. А я не могу почему-то этого сделать. Видимо, у нас с тобой все нормуль. Так, захватывает диких... Ну, это понятно. Ну что, давай попробуем его одолеть. Попробуем. 24 хп у него. У него прошла атака мимо. Отлично, ребята. Ну, а тебе тогда. Давай следующую атаку. Нейтрализация. Больно. Всплеск.
Давай, успеем, интересно, его завалить, или он нас все-таки одолеет? Прошла мимо. А, так-то и надо тебе. Так, ребята, и того 9 хп у него остается. Я думаю, что мы все-таки успеем его забомбить. Давай, 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 Морти, не бубни, блин. Так, срочная замена. Давай, неряха, Морти. Убегай на поле боя. Там осталось ему нанести всего лишь 4 урона. Нейтрализация. Их не бубни. Я не как... Чё я сделал? Да блин, ты дурачок, что нафига ты... Какая, блин, почти... Какая тебе сейчас твою налево, блин, починка? Нет, успеем, успеем. В плане, блин, твоя... Ребята, его так пролетело мимо. По-моему, нас тут сейчас завалят. Истощен. И причем, блин, когда мы с тобой начинаем вот брать вот этого, да, он начинает ходить первым. С какого, блин, перепуга? Почему он ходит первым? Все, он нас одолел. Я офигею, с какого перепуга он постоянно ходит первым, блин. В отключке, блин. Я понял, что мы в отключке. Блин, нам не хватило совсем чуть-чуть. Ва-ба-да-ла-да-ба-да-ба. Я доставлю тебя в центр исцеления. Давай, доставляй меня в центр исцеления. Я сейчас, блин, залечусь, я ему накачу, ребят. Я ему сейчас, блин, отомщу. Я там проиграл только потому, что мне не хватило немножко хп. Слушай, а мы же сейчас с тобой можем появиться вообще в другом мире. Так, а что такое создание? Вот это вот мне интересно знать. Так, с низким здоровьем исполняет тут батарейки. А, ну тут можно, ребята, чистая сыворотка, средство от яда. То есть это крафт тут еще присутствует. Портал показывает сюда. Ага, верно, не обманывает. Мы сейчас можем оказаться с тобой вообще в другом мире, в котором не были даже. Тут рандомно, судя по всему, или что? О, видишь? Так, я кое-что вижу. Друзья мои, на земле тут лежит чип, по-моему. Ага, шмекели, микросхема и плутонический камень. Ну ничего, ничего. Пока мы с вами проигрываем, я не спорю, ребята. Игра только началась, мы не прокачаны вообще никаким образом. И получаем звездюлей практически от всех, кому не лень. Но поверь мне, мы с тобой еще тут наведем такого шороху. Так, ага, бегает, 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 бегает. Ты. Все, истощился парень. А теперь давай-ка мы посмотрим на тебя, кто ты. Ой, ёк-макарёк, Морти, мастер на производстве плюмбусов. А почему он от меня тогда убегал? Ну, дай-ка я ему одну атаку пропишу. И... Ладно, фиг с ним. Поехали. Так, что он там делает? Расслабление. Его скорость растет. Всплеск. О, друзья мои, что-то как-то не очень мы много отнимаем у него здоровья. Ну, нам тоже пока терпимо. Так, мы кританули. Давай-ка еще атаку. Всплеск. Так, он использует зонт. Морти, всплеск. Так, замену. Срочно, ребята, делаем замену на неряху. Он у нас камень, так что не должен получать офигенного урона. Давай-давай, неряха, Морти. Так, безнадежно. Атакуй. Хлопком. Так будешь ты, блин, атаковать или нет? Хлопок. Есть. Мы с тобой победили. Угу, 69 очков опыта. Воу. Так, ну что, мы с тобой 75 шмекелей и флип. Какой-то флип получили. Да, но главное, мы с этим справились, с хламоном. И мне это нравится, ребята. Эпический все-таки был шитик. А что это у нас за автомат, ты помнишь? Это у нас, по-моему, где мы можем создавать, менять, да, крафтить это все. А, нет. Мне вот интересно знать, а где взять купоны? Морти в рясе. Невероятно гордится собой из-за того, что после уроков помогал в ветеринарской клинике.
Плазменный взрыв. Это что такое вообще? Морти профессора Шабубу. А как, например, их получить-то? Подъем, расслабление. В мире мускулистых и наполняющих силой Морти никто из них не защищен от Морти с турбулентным соком. Потому что он обо всем позаботился. Нет, понятно, как их получить. Наверное, вот здесь, ребята. В этих как раз капсулах ты можешь его и выбить. Слушай, мне надо, видимо, драться вот с этим теперь шитиком. Он меня ведь не пропустит, да? Гра-гра, грабл-граблы, груб-гара, груб-гара, гру-гра. Грабли-грама-грумб-грамбу. Чё еще? Так, Гаги Бакстер. Да чтоб тебе, опять эпический, ребята. Опять эпический, блин, Морти, а, против нас. Давай всплеск. Он делает укрепление. Его защита возрастает. Так он сейчас будет по два раза, ребята. И точно себе повысил. По 4 очка. Бегство делаем. Я надеюсь. Так, он выпускает молотило. И сейчас еще раз, да, сходит? Нет, я успел убежать. Да, ребят, ну тут только один вариант. Это уходить отсюда. А как мне отсюда выйти? У меня есть портал. Так, перейти к режиму. Да не надо мне перейти к режиму. Твои Морти предметы. Ну-ка давай посмотрим. Нету. У меня только плутоний и все. Магазин Рика, значки и трофеи. Задания. Активных заданий почему-то нету. Интересно. То есть мне, у меня другого варианта нету, да? Мне нужно, блин, либо сфейлиться у этого чудика, либо еще что-нибудь. Но по-другому отсюда не уйти. Только вперед ногами. Придется драться. Ну а что сделаешь, друзья мои? Да я слышал тебя уже, твои угрозы эти. Ну, я тебе сразу скажу, этого нам не победить. Хоть мы с тобой сами экзотические, но против эпиков... Все, ушатал. Ну давай. Меняем. Неряха Морти. Да что, окей-окей. Вот тебе и окей-окей. Самое главное, что он по два раза ходит, ты представляешь? Вот он сейчас защиту и точность. Ай, балдеть, мы ему дали. Все, 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 нам крышка, ребят. Ладно, мы сейчас с тобой восстановим здоровье. Восстановим здоровье. И поищем другой портал. А, нет, наверное, не будем искать портал. Мы, наверное, с тобой... Да-да-да. Хорошо, что здесь есть такой кореш, который нас может бесплатно доставить в центр исцеления. Вот за это тебе большое спасибо. Даже ни копеечки не берет, ни одного шмекеля. Да-да-да-да-да. Давай, излечивай нас, пожалуйста. Все. Так, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, с вами на этой ноте закончим. Если вам игра понравилась, то пиши об этом в комментарии, и мы обязательно с тобой продолжим. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.